японский автомобиль, фара, как всегда, классическая Коэта. Герметик используется нормальный. Фара серый герметик, черная фара, черная. Да, именно вот. Вот она фара разобранная, вот наша оригинальная полу, наверное, выгоревшая линза, так как света она не давала. Сейчас будем подбирать линзы. Не устраивал свет. Он решил отделаться малой кровью, приобрел самые лучшие лампочки. Это Philips Extreme Vision плюс 50% света, с надеждой на то, что ему это решит задачу качественного света. Но, к сожалению, чуда не произошло. Автомобиль прошел уже больше 250 тысяч километров. Соответственно, все были подозрения на линзу. Вот как бы произошло вскрытие. Вот как выгорит линза, которая еще, вот правая фара, которая у нас была еще плюс-минус неплохая. Вот это пятно, это рабочая зона. Нет, это как раз водительская. Это матовая поверхность, которая, естественно, свет поглощает, а не отражает его, как это должно быть в нормальной фаре. Вот как бы, вот причина плохого света. Ну, черное пятно здесь еще видно, конечно, это выгоревшее. Оно подними чуть выше, чтобы не лупить. Да, и полоса здесь от бампера идет. Вот оригинальная с черным пятном по центру. И проверка линзы. Можно секунду? Нет, так я же специально снял, вот от старой получается линзы взята внутренняя часть, и она является крепежом площадкой для крепежа. Площадкой для новой линзы. Вот пробный старт, установлена уже линза новая, даже на стенке видно световой засвет больше, чем в два раза. Так как родные блоки сгорели, были установлены блоки M-Lux, стандартные 35-ваттные блоки, которые полностью заменили оригинальные и запускают оригинальную лампочку, ничуть не хуже оригинальных блоков.